Пока кроме трех селевок ничего не удалось поймать. Вот, донки стоят пока тихо. Вау, вот это. Ничего себе, тут лягушка тут прыгнула. Кошмар, лягушки бой там устроили. В общем, пока ничего не интересного, кроме вот клёва селявки и боя лягушек. Ничего интересного не происходит. Ладно, если я что-нибудь поймаю, включу камеру, а сейчас пока смотреть особо тут нечего. Уже 4 часа, даже начало 5-го. Из улова 3 селявки. Не знаю, в чем причина, на донку вообще ничего не клюет. Вот здесь что-то разок дернуло, по-моему, или два. Решил сюда переместиться, еще одну удочку поставить. Ну, в общем, вон там туча какая-то. На той стороне гремит уже так немножко. Ну, не знаю. Хотя бы каких-нибудь 3-4 шальных поклевки должны были быть. Но даже этого не было. Ага. Нет никого. Что вы скажете в свое оправдание? Что вы тут делаете? Желтоголовые.